Петербургский международный газовый форум и наше интервью с генеральным директором компании «Нефтепрактика» Дмитрием Васильевичем Выскоком. Дмитрий Васильевич, как вам понравилось участие в форуме? Знаете, прекрасная организация, прекрасная. Место, прекрасные люди, цвет интеллектуальной России. Я очень рад, что я здесь оказался, потому что вместе сообщаем и решаем общие вопросы, связанные с новыми экономическими реалиями, и предпринимаем новые шаги в наше новое время. А давайте поговорим о вашей компании конкретно. Какие, может быть, меморандумы вы подписали, какие-то договора? На сегодняшний день у нас есть ряд договоренностей о проектировании и производстве некоторых очень серьезных объектов по производству ПВХ, по глубокой переработке газа и некоторые направления, связанные с транспортировкой газа. Спасибо большое. Я желаю вам дальнейших успехов и до встречи в следующем году. Спасибо большое.